На шаг ближе к своей мечте сегодня стал челнинец Рустам Хисамов. Напомню, в апреле на видеоприеме у президента Татарстана побывала его мать. Она попросила Рустама Миниханова ноутбук для своего сына. Но не обычный, а для незрячих. Дело в том, что юноша собирается поступать в музыкальное училище, и такой компьютер просто необходим ему для успешной учебы. И вот спустя 3 недели после разговора с президентом специальный ноутбук доставили Рустаму Хисамову на дом. Таким этот мир видит Рустам Хисамов. Но вопреки этому виртуозно играет на баяне произведения различной сложности. Движение куда? Вперед. Вперед. Тихо. Конечно, разучивает произведение он не по нотам. Его педагог Александр Дашкевич сначала в медленном темпе проигрывает пьесу, затем воспроизводит отдельные кусочки, а Рустам повторяет за ним. Но чтобы не забыть, как звучит мелодия, юный музыкант все занятия записывает на диктофон. Отдача моментально идет. Мы за урок кусочек, если мы его взяли, мы его уже выучили, он только дома повторяет, подчищает что-то. У Рустама абсолютный музыкальный слух, но чтобы стать признанным, одного слуха недостаточно. Чтобы получить диплом, я занимаюсь много с педагогом, даже часами занимаюсь. А дома? Дома тоже занимаюсь, на пианино, на баяне. Работать Рустам не боится. Его педагог отмечает желание юноши играть и заниматься. В его копилке множество наград и дипломов. Гордо себя чувствую и понимаю, что это так ответственно, что вот не и вот и с другой стороны, вот я вот всегда думаю, как же у него все это получается. Я всегда вот этому поражаюсь. В этом году Рустам оканчивает музыкальную школу, но с музыкой не расстанется. Парень будет поступать в Курское училище. Замечательное занятие, интересное. Вот. Тем более у него хорошо получается. Я думаю, что ему сам Бог велел заниматься музыкой дальше. Возможно, скоро на мировой сцене загорится новая звезда по имени Рустам Хисамов. Елена Портнова, Михаил Матвеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.